Bob's Game. Привет, ребята, меня зовут Вилли. Мне нужно сегодня покосить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, она сломалась. Так, мне нужно купить новенькую. Вот и ближайший магазинчик. Здравствуйте. У вас есть газонокосилка? Привет, Вилли. Поднимайся наверх. Спасибо. Вон, я ее вижу, она стоит в углу. Мне нужно скорее подняться, пока никто не приехал и не купил. Ого-го! Что такое происходит? Что-то случилось у нас. С этим нужно разобраться. Внимание, внимание, мы в опасности. У нас идет метеоритный дождь. На нас направляется астероид. Мне нужно купить мою газонокосилочку. Сейчас я отправлюсь в ближайший магазинчик и куплю там свою газонокосилку. Вот еще один куда-то падает, ребята. Похоже, он разрушил мост. Ну ничего, я сейчас перепрыгну. Вот еще один мост. Но мне нужно перебраться на другую сторону. Мне нужно попасть в магазин, чтобы купить свою газонокосилочку. Здесь магнит какой-то. Так, а тут что? Может, мы передвинем магнитик? Попробуем еще раз проехать. Да, у нас получилось. Здравствуйте, продайте мне свою газонокосилочку. Мистер Трактор, просыпайтесь. Нет, это моя газонокосилочка. Стой, ты куда? Подожди. Ого, еще один метеорит. Мистер Трактор, доставай меня скорее. Тут что-то происходит не то. Спасибо, мистер Трактор. Но мне нужно бежать, искать свою газонокосилочку. А вот и он. С моей газонокосилочкой. Стой, ты куда? Мне нужно пробраться на корабль. О, это же маленький я. Так, похоже, что у меня получается. Это хорошо. Теперь осталось мне подняться, и дело за малым. Газонокосилочка будет моя. Ура! А вот и моя газонокосилочка. Наконец-то я тебя нашел. Что такое опять происходит? О нет, нас пробил айсберг. Мне нужно скорее подниматься, либо я утону.
Что-то явно сегодня мне не везет. То метеориты, то айсберг. Как-то это все очень-преочень странно, ребята. Нужно скорее прыгать мне в лодочку и уплывать отсюда. Так, и куда же меня принесло? Похоже, это космическая станция. Вон моя газонокосилочка. Мне как-то нужно пробраться на эту станцию, чтобы добыть свою газонокосилочку. Так, нужно попробовать взорвать. Может, у меня получится, я проеду. Мне нужно еще топливо. Двух мало. Нужно еще хотя бы одну. Одну я поставлю сюда. А вторую я поставлю туда. Опять маленький Вилли. Ура! Вот теперь мне можно проезжать и искать свою газонокосилочку. Ого, вы видели, как меня телепортировало только что? Что-то они замеряют у меня. Зачем это все нужно? Я не понимаю. Похоже, они испытывают меня на что-то. Нужно быстрее выбираться отсюда, когда найду свою газонокосилочку. Лазер. Нужно его преодолеть. Ой-ой-ой, что это происходит? Куда я заехал? Похоже, я в ракете. Похоже, ребята, мне придется спасать мир. Так и не найду я свою газонокосилочку. Вот меня заправляют топливом и воздухом, чтоб я смог дышать и долететь, чтоб спасти наш мир. Ю-ху-ху, ребята! Я полетел! Пожелайте мне удачи! Как же, ребята, тут управлять? Я же могу вот так случайно вылететь. Так, мне нужно одеть защитный костюм. И тогда, если я даже вылечу, мне будет не страшно, ребята. Все, я понял. Мне нужно взять инструменты, бомбу, чтобы просверлить метеорит и взорвать. Еще чуть-чуть, и я буду у цели. Все, полетели, ребята. Вот мы и находимся на метеорите. Так, мне нужно сначала просверлить. Сейчас я взял инструмент и поставлю сверлиться. Теперь мне нужно схватить бомбу. Так, что-то наш инструмент не работает.
Он не делает отверстия. Так, мне нужно подумать. Ага. Нужно попробовать в другом месте. Да, все получилось. Ого, улетаем, ребята. Фу, ребята. Похоже, мы справились с этой миссией. Можно отправляться домой. Ну как же моя газонокосилочка? Похоже, я ее не найду. А, моя газонокосилочка, ура! Наконец-то я нашел свою газонокосилочку. Теперь можем мне достричь. Пока, ребята, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Также смотрите мои другие серии.